Позаботьтесь о том, чтобы вас никто не беспокоил. Выберите спокойное, тихое место. Примите удобное положение. Не перекрещивайте руки или ноги. Вам должно быть комфортно. Вас никто и ничто не должно отвлекать, чтобы вы смогли полностью погрузиться в свои ощущения и видения. Закройте глаза, расслабьтесь. Сконцентрируйтесь на своем дыхании. Делаем спокойный, мягкий, глубокий, плавный вдох и такой же мягкий, тягучий выдох. С каждым выдохом расслабляется тело. Уходит напряжение и контроль. Все мысли, которые вас беспокоят, растворяются и уходят вместе с каждым выдохом. Перемещаем фокус с внешнего мира на внутренние ощущения. Спокойно наблюдаем за своим телом. Почувствуйте, как расслабляется макушка, кожа головы, расслабляется лоб, уходит все напряжение. Расслабляются виски, расслабляются брови, расслабляются уши, расслабляются веки, расслабляются глаза, расслабляются щеки, расслабляются скулы, расслабляется и становится невесомой челюсть. Расслабляется нос, расслабляются губы, расслабляется подбородок. Почувствуйте, как расслабляется шея, как уходит все напряжение, все блоки и зажимы, усталость. Зажатость растворяется и покидает шею и плечи. С каждым выдохом плечи становятся все легче, 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 полностью расслабляясь. Расслабляем грудную клетку. Ощутите, как каждый вдох и выдох очищает и расслабляет легкие. Расслабляем спину, лопатки, позвоночник. Полностью расслабляем живот, отпускаем все лишнее. Все страхи и обиды уходят с каждым выдохом. А каждый вдох делает ваш живот мягче и расслабленнее. Расслабляем плечи. Уходит напряжение с локтей, предплечий, запястья и кистей. Пальцы рук становятся невесомыми. Почувствуйте, как уходит усталость и напряжение из поясницы, как уходит все напряжение
скованность и дискомфорт. Расслабляется таз, расслабляются ягодицы, уходит напряжение из промежности и из всех органов малого таза. С глубоким, мягким выдохом волна тепла и расслабления растекается по ногам, и ноги становятся мягкими, невесомыми, расслабленными. Расслабленность, умиротворение и покой разливается по всему вашему телу, успокаивая, согревая, смягчая и расслабляя каждую клеточку вашего тела. Расслабленность, умиротворение и покой разливается по всему телу, успокаивая, согревая, смягчая и расслабляя каждую клеточку тела. Все тело легкое и расслабленное. Ощутите покой и гармонию во всем теле. Как вам хорошо и комфортно. А теперь загляните внутрь себя, в середину груди. Направьте свое внимание на свою энергию любви. Посмотрите, как уверенно и красиво лучится свет энергии любви в вашей груди. Это мощная энергия, которая наполняет нашу жизнь, окрашивая яркими красками все ее сферы. Любовь делает нас сильнее, она делает вас более целостными. С ней вы можете жить более насыщенной и полноценной жизнью. И чем больше вы делитесь ею с другими, тем сильнее становится ваша энергия любви. И тем больше ее становится у вас. Это неисчерпаемый источник, который пополняется только когда вы щедро делитесь миром этой чудесной энергией. Направьте тепло и благодарность своей энергии любви. Ощутите ее тепло и нежность. С каждым вдохом эта чудесная энергия становится сильнее, все больше и больше. Она крепнет и вместе с расслаблением заполняет собой все ваше тело. Наблюдайте за тем, как она растекается по вашему телу. Везде, где вы увидите темноту в своем теле, изгоняйте ее светом любви. Все ваше тело наполните светом своей любви. Продолжайте наполнять свое тело энергией любви. Ощутите, как она растекается по вашему телу, как она поднимается вверх и заполняет ваши плечи, шею и голову. Она спускается вниз, наполняя живот, руки, таз,
и все внутренние органы, растворяя и устраняя все лишнее на своем пути, все блоки и зажимы, все темные вкрапления. Все растворяется и отступает под действием света вашей энергии любви. Вы ощущаете комфорт и блаженство. Ощутите, как энергия любви спускается по ногам. Она нежно течет по всему вашему телу, по венам и сосудам, заполняя каждую клеточку тела. Прочувствуйте ее, насладитесь ею. Ощутите покой и состояние счастья, похожее на эйфорию, которая наполняет ваше тело вместе с энергией любви. Насладитесь ощущением гармонии, целостности и защищенности. Почувствуйте, как ваше тело отзывается на энергию любви, принимая ее с благодарностью. Как ваше тело расслабляется, уходят все блоки и зажимы. Все лишнее растворяется в вашей энергии любви. Продолжайте наполнять тело энергией любви. Смотрите, как она становится плотнее, чище и ярче, заполняя тело. Наблюдайте, как вы переполняетесь энергией любви, как ваша кожа начинает светиться любовью. Ваши волосы, кожа, глаза – все светится любовью. Вы ощущаете радость, счастье и эйфорию. Вы и есть эта энергия любви, и вы излучаете ее. Она струится из вашего сердца, растекается по вашему телу, переполняя его. Насладитесь этим ощущением наполненности. Насладитесь собой в этом состоянии. Запомните его. Каждое утро, когда вы просыпаетесь, обращайтесь к своей энергии любви. Каждое утро, просыпаясь, наполняйте свое тело любовью до отказа. Делайте эту практику регулярно, наполняя и исцеляя себя энергией любви. Только после того, как вы почувствуете, что ваша энергия любви уже достаточно сильная, вы можете начать делиться ею с другими. Только после этого можно переходить к следующему этапу медитации. Поделитесь этой записью с теми, кому вы желаете добра. Давайте вместе сделаем этот мир лучше.